Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки бюджетном балансире от компании Aqua. Моделька называется Толстяк 3. Данный балансирчик поставляется в такой вот фирменной упаковке от компании Aqua. Длина данного балансира у нас составляет 50 мм, весит он 19 грамм, размер тройного крючка 12, ну, рабочая глубина до 12 метров, соответственно, расцветка 0,15. Сам балансир у нас выглядит таким вот образом. Очень упитанный балансирчик, довольно-таки толстое, объемное тело, как можно видеть. Имеется легкая детализация, имитирующая чешую, вклеенные 3D-глазки здесь. В данной расцветке спинка имеет голубой оттенок, серебристые бока с таким легким голографическим отливом, светлая брюшка с таким легким напылением желтой полосочки, оранжевый подбородок и ярко-красно-оранжевые боковые плавнички. Все это дело покрыто слоем лака. Имеется имитация плавника на спинке, снизу также имитация плавничка имеется. Отливка, но это больше сделано для стабилизации игры, а не для детализации, скажем так, данного балансира. У балансира также в хвостовой части имеется хвостовой стабилизатор, изготовленный из прозрачного пластика. Собственно, изготовление, скажем так, у компании Aqua, у них определенные формы вот эти стабилизаторы интересные, интересно изготовленные идут. Также на них имеется надпись, отлитая на Aqua и SPB, что ли. Ну, не суть. В общем, зафиксировано все это дело надежно. Имеются пазы под хвостовой стабилизатор. Также все отлично здесь пролито клеевым составом. Оснащен двумя одинарными крючками в головной и хвостовой части. Крючки, если честно, здесь довольно-таки мелкие. С легким таким выносом. Немножко, я думаю, нужно было повыше крючки ставить. Но это мое личное мнение. Здесь больше упор идет на тройной крючок. Тройной крючок установлен посредством проволочной застежки. Тройной крючок здесь очень качественный, очень острый и отлично здесь подобран по размеру. Данный балансирчик отлично подойдет для подлёдной ловли, для ловли окуня и некрупной щуки. В прилове могут попадаться другие виды хищника. Балансир, имеет не длинные проходы по сторонам от лунки. Умеет рисовать такую легкую восьмерку. Ну, в принципе, игра свойственна многим балансирам с не длинными, скажем так, проходами по сторонам от лунки. Больше такой точечный облов. Данную приманочку можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.